Это работает. Я поставила в спальню мою бутылочку с солью и смягчителем для белья. Также добавила гвоздички. И такой запах в спальне классный. Вот это да. Такую лепешку сырную я решила сегодня приготовить на завтрак, так как у меня не было хлеба и неохота было выходить, поэтому я всегда делаю про запас дрожжевое тесто и при первой необходимости его использую. Добрый вечер, боже мой! Смотрите, что я приготовила. У меня сегодня базарный день. Я попросила мужа, чтобы он купил 6 или 8 перцев. Я сказала, что я так хочу постные голубцы. Вернее, я вчера ему сказала, что у меня есть фарш, и можно сделать с фарша голубцы. Но когда он принес сегодня, то у меня не было времени размораживать этот фарш, и я решила сделать все постные. Посмотрите. И я подумала, 4 стакана риса я использовала, у меня стакан, наверное, остался. Я подумала, возиться с этими голубцами и сделать только 6 штук или 8. Я решила, у меня были кабачки в холодильнике, помидоры он сегодня купил 3 штуки и капусту. Вот сейчас я залью кипятком и буду варить. Также я испанак весь перемыла, зелень перемыла. И вот мои сладкие, посмотрите, у меня сегодня генеральная уборка. И вот мои сладкие птичечки сидят вместе. Да какие они сладкие у меня, мамешок вообще. Ой, мои дорогие, сегодня я и балконы мыла, и кухню с утра здесь перемыла. Смотрите, помыла балкон и все поставила на свои места. И с той стороны тоже, пока свет какой-то слабенький свет. Хоть чистенько будет у нас. И сейчас надо еще пылесосить. Почему? Потому что я начала пылесосить, что-то пылесос испортился. И муж пошел, купил какую-то деталь. Говорит, хорошо, но поставлю сейчас ужин, буду готовить. Вот так вот я целый день занимаюсь домашними делами. У меня еще был вебинар, конечно, по бизнесу. Там пока с командой пообщалась, так что вы не обижайтесь и не сердитесь, если я вам сразу не отвечаю, потому что я физически, мои дорогие, не успеваю заглядывать. Пишите мне на WhatsApp, и я сразу все увижу. Смотрите, и посуду перемыла еще руками, да? Вот вожусь, вожусь, вожусь. Да, еще я и погладила. Еще я и погладила. Смотрите. Тут погладила, смотрю, что можно еще посмотрела, подумала, что можно еще пошить с моих тканей. Как-то вот так вот вожусь. А, и ванну еще. Ну, я сейчас вам рассказываю, скажете, вот, блин, рассказывает, удивляет нас. Мы этим занимаемся все время. Ну, вот, начала убирать и отвлеклась на обед, на ужин, потому что птичек, поэтому отнесла на кухню и думаю, тут после них каждый день надо пылесосить, каждый день, сами понимаете. И тряпка сейчас пройдусь, вот такая у меня генеральная уборка. Ну, на кухне, в принципе, я все сейчас уже прибралась, это остальное мелочи. Как я устала, как я устала. Ой, йогу и позанималась, естественно. Вообще с дома не выхожу, сколько времени. Завтра с девчонками у нас встреча, наверное, встретимся, хоть поболтаем. Это получилась сказка. Красота, красотень. Газ помыла, и весь сейчас опять он грязный. Посмотрите. Вот будем давиться с мужем сколько дней. На целую семью огромную. Может, мне соседям надо отнести? Надо попробовать самой, как это будет. Потом, может, соседке отнесу. И вот мои дорогие чистые попугайчики. Сладкие, возле мамы сидят. Искупались. Мамиш такой солнышко. И шекер такая сладенькая. Заснули, как им хорошо возле меня. Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня вторник, мы встречаемся с девочками. Я не выходила очень давно с дома. Так что я снова снимаю себя в замечательном моем подъезде.
Хоть накрасила глазки, а то вообще ничего не охота. Так, знаете, какая примета? Моя мама мне всегда учила. Если встретишь женщину, то у тебя будет трудный день. А если мужчину, то будет легкий день. А я там встретила ребенка. Вижу ребенка. А вот мужчина. Сегодня будет замечательный день. Самое главное то, что я не забыла коврик. Собачка у нас живет, ждет от чего-то от меня. Но я сейчас собираю сюда косточки. Здесь, как я давно не выходила, боже. Кто-то мне написал, Светлана, как это так? Вы живете в таком красивом Мерсине и не выходите на улицу. Да, мои дорогие, Светлана вся в делах. Знаете, какая у меня сейчас задача стала номер один? Вчера мне кто-то звонил из Грузии. Но я, в принципе, не ответила, потому что это из-за границы. Но я думала, что это из Турции. О, видите, собака идет со мной. У меня был вебинар. Но я подумала, что я незнакомый, на незнакомые номера не отвечаю никогда турецкий. Почему? Потому что кто знаком... Ну, очень часто много шалопаев звонят мне. Поэтому я решила не ответить. И через час муж позвонил, посмотрела я пропущенный номер. Грузия. Оказывается, звонили из Грузии. Насчет моего гражданства Грузии. Я быстренько зашла в свой кабинет, посмотрела. Они приглашают меня на собеседование в Грузию. Вот прям сейчас бросила и побежала. Так все легко в Грузию. Еще в Тбилиси ехать. И мы решили с дочерью, что она сегодня с ними созвонится. Ведь у нее вся доверенность есть на все мои дела. Но я никак не могу. А она после Кесарева. Как она сейчас поедет? И будет сегодня договариваться. Я надеюсь, что все решится самым благоприятным способом. И все у нас будет хорошо. Вот я так верю, я так уверена в то, что все получится. И потому что были такие случаи. И дочь мне сказала, что там жена была в Турции, а муж ездил за нее на собеседование. Ну, в принципе, у меня же другая ситуация. Я еще не имею турецкого гражданства. И когда оно будет готово, еще неизвестно. Когда будет готово, оно неизвестно. Ой, сейчас я вам покажу палатки. Неужели здесь опять спят, господи? Кошмар. Даже вот видите, как закрылись от дождя. Все равно люди спят. Вот такие вот дела, друзья мои. Кажется, это землетрясение уже все позади. Но все равно паника присутствует. И у меня паника присутствует. В каком смысле? Когда я ложусь вечером спать, мне всегда это воспоминание приходит в голову, как шатало нас в кровати. Но я потом от себя стараюсь их убрать, эти мысли, и так засыпать. Время нужно, конечно, да, днем забываешь, и на эту карту не смотришь ничего. Ну, думаешь, ну ничего страшного, пошатало, что теперь делать? Все будет хорошо, все страшное позади. Турция столько пережила всего, бедная, что пришла белая полоса наша. Побежала я, девочки. Потому что я, да, кстати, сделала йогу сегодня. Соскучились, не виделись с девчонками 2 недели. Ну, вы меня уж простите, что я с вами только нахожу время в этом месте, да, по дороге болтать. На набережной не было так давно. Вчера такие вкусные голубцы приготовила. Ой, столько вчера сделала дел, и мой пылесос, кстати, испортился. Так что будем двигаться вперед, мои дорогие. Пошла я. Как давно я вам не показывала, да? Вы соскучились уже по набережной. Мои дорогие зрители. Одни планы решимы, другие запланированы. Сейчас у меня цель другая.
до конца марта поставила цели, запланировала. Когда все сбудется, тогда вам сообщу. Наверное, не стоит говорить заранее, да? И будем двигаться дальше, идти к своим целям постепенно. Замечательная погода. Пока девчонки не пришли, смотрю, где бы нам сесть. Надо возобновлять наши встречи, мне кажется. Опять ходить побольше, потому что без движения, я совсем без движения по квартире двигаюсь, как белка в колесе. Даже не хочется выходить из своей квартиры. Столько у меня сейчас планов появилось насчет моего шитья, столько фасонов в голове, так интересно все, как-то только делать, господи, как-то это шить. Ну, постепенно буду все вместе делать, а что по-другому никак. Если бы я могла, у меня и работа еще. Работа, мои дорогие. Мои дорогие зрители. Я так довольна вот этой тушью, которую я купила, чтобы на солнышке вам показать. Смотрите, как она удлиняет. Покажу я дома, если вам будет интересно, кому. Смотрите, как удлиняет. Не делала ни подводку сегодня, ничего, просто так. Вчера чуть-чуть шампунем покрасила волосы. Надо сейчас уже скоро красить и волосы подстригать. До землетрясения я постриглась перед днем рождения своим. Выросли волосики. Кстати, я пропила лекарства, витамины целый месяц для укрепления волос. У меня перестали сыпаться волосы. Это действительно работает. И биотин, шампунь в комплексе. Нужно пить витамины. Мне как раз Катюша подарила, моя подружка. А то бы я так не собралась. И 60 капсул для укрепления волос. Да, волосы раньше так падали у меня. А это хорошо укрепило. Еще маску надо луковую сделать. Друзья мои, все, весна пришла. Идеи появляются в голове. Я на зубе, у нас такая энергетика. Я так рада, что я пришла. Мы все уже 40 минут пляшем, скачем. Волосы дыма. Еще так классно. Этих человек много. Я вся мокрая, так соскучилась, оказывается, по зомби, столько энергии, столько эмоций. Зря, что не было ее. Тут про все забываешь. Хочу с вами поделиться интересной информацией. Может, кто-то из вас захочет зарегистрироваться на каких-нибудь биржах, купить себе монетки, криптовалюты, то я рекомендую и предлагаю по моим ссылкам, которые будут написаны и указаны в каждом видео в описании. Для чего это нужно, мои дорогие? Если вы будете регистрироваться по моим ссылкам, то вы получите скидки при покупке, будет меньше комиссия и какие-то бонусы. Я, не зная этого, зарегистрировалась без. И сейчас очень жалею, повторно невозможно зарегистрироваться. Естественно, на двух биржах я зарегистрировалась по реферальной ссылке. Здесь указаны Bybit, здесь указано Oxy, также я укажу Binance и KuCoin. Так что, мои дорогие друзья, это очень выгодное предложение и для вас, и для меня. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю! С вами Светлана Ата.